И, соответственно, вот результат. Пошло, 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 и тут, скорее всего, я так понимаю, будет, потому что, по сути, это не доход, а это некий бонус, некое поощрение от YouTube. И доход у меня за последние 28 дней... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас 28 декабря, когда я записываю весь этот видеоролик. И сегодня я... Он выйдет, скорее всего, 31-го, потому что, типа, итоги года и так далее. Но я не думаю, что особо много изменится в том, что я вам сегодня покажу. Сегодня я хочу показать вам всю статистику моего канала за 2020 год. За 2019, пускай она останется в тайне, и чего-то такого подобного я вам показывать не буду. Мы переходим в аналитику, и давайте посмотрим вообще, сколько за, допустим, я не знаю, последний месяц всего. За последние 28 дней я заработал 1800 рублей, вот как бы, но это примерно плюс-минус. Просмотров около, там, ну, 47500, скажем прямо, то есть пока там все эти дни будут идти, я думаю, что они еще накапают. Время просмотра 2000 часов, ну, плюс-минус. И все это за 28 дней, напоминаю, не за год, не за, там, не знаю, полгода, это все за 28 дней. Подписчиков, ну, 311 неплохо, типа, хорошо, что хоть кто-то подписывается. Лучшие видеоролики, это, разумеется, блять, уйди. Радмир Мобайл, полный провал. Сервер GTA CRMP, дата выхода Радмир, Black Rush vs Барвиха, официальный геймплей Радмир, Arizona Mobile, решение всех проблем, УГМП, там, доработка, то-то-то-то-то-то. Все понятно. Давайте теперь, ну ладно, давайте еще зайдем в показы. Показов за последние 28 дней 382 тысячи, то есть почти 400 тысяч. Типа, ну ладно, не будем округлять, 382 тысячи. CTR — это то вообще, как часто люди, сколько процент людей вот из этих кликают вообще. 9,5%. То есть CTR зависит от того, насколько, видимо, крутое название, насколько крутая превьюшка, насколько крутые все прочие вещи. Просмотров у меня 47300. То есть, ну, типа, ну, я думаю, вы это уже видели. И уникальных зрителей у меня 29100. Взаимодействие. Тут, как бы, ну, средняя длительность просмотра меня выдерживают максимум, я так понимаю, 2 минуты. Ну, это последние 28 дней. И аудитория у меня. Давайте посмотрим, сколько людей подписано с колокольчиком, которые абсолютно выбрали, типа, все уведомления. 774, а всего 1300. Неплохо, круто и классно. Вот, кстати, допустим, 20:00. В это время очень много ваших зрителей. Это отлично. То есть время для выпуска роликов отлично. Еще бы я, если бы успевал выкладывать в это время, было бы классно. Было бы прям круто. Но, к сожалению, не получается. И доход у меня за... последние 28 дней 1800. Ну, типа, хорошо, неплохо, отлично, круто. Вот, вы можете тут по месяцам посмотреть доход. В декабре всегда он очень большой, тем более, что я начал делать абсолютно все видеоролики с зеленым значком монетизации. Тут, к сожалению, какого-то хуя, блять, оно желтое. Но во всем остальном постоянно зеленое, зеленое, зеленое. Потому что я понял один прикол, как все делать это всегда зеленым. И давайте посмотрим за 2020 год статистику вообще всю. Сколько всего было? Всего, ну, 500 000 просмотров. Красивая, кстати, цифра, 475 тысяч. Круто. То есть почти 500 000 просмотров. К сожалению, не дожал. Не дожал до 500 000. Выпускал, видимо, иногда какие-то не те видеоролики, которые были нужны моим зрителям, людям и прочим людям. Время просмотра у меня 16 тысяч часов. Ну, неплохо, с партнерки не исключат. И 3400 подписчиков за 2020 год подписалось на мой канал. Заработал же я за этот год 8720 рублей, типа в рублях. Обычно, типа, доход идет в долларах, а потом конвертируется по непонятно какому курсу. То есть сейчас он конвертирован по какому курсу? На сегодняшний день? Или, типа, по самому минимальному за вообще весь этот год? Не особо понятно. Вот. Потом мы заходим в просмотры. В просмотрах вот 4 100 000 показов и CTR 9,2%. Типа это на 38% больше, чем в 2019 году. И просмотров у меня на 227%. То есть 2020 год для меня, он выдался очень крутым, очень классным и замечательным в целом. Время просмотра выросло, но вот средняя длительность по сравнению, видимо, с 2019 годом упала на 27%. Непонятно, с чем это связано, что вообще произошло, как так вышло, но вот так все оно произошло.
Тут, к сожалению, ничего не пишут. И в доходе мы подобрались к самому интересному. Это мой доход. Доход за 2020 год составил у меня 8720 рублей. Но, типа, ладно бы это было за месяц, но это за год. Это за год кропотливой работы, выпуская видеоролики почти каждый день. Ну, типа, каждый день, но иногда они выходят немного в другое время. В этом вся проблема. И поэтому ты вот сидишь, то есть это как, знаете, я поэтому показываю этот заработок. Потому что, по сути, это не доход, а это некий бонус, некое поощрение от YouTube. Потому что ты на эти деньги не смотришь, а в конце года заходишь, опа, а тут почти 9 тысяч. Я думаю, что тут еще, ну, типа, рублей 80, может быть, даже 180 наберется до конца 2020 года. Вполне возможно, кто я такой, чтобы, типа, во все это не верить. Но давайте посмотрим доход в долларах, потому что в рублях нам он мало что скажет. Давайте посмотрим сейчас в долларах. Мы перейдем в доллары, я уже помню, где они тут, вот тут. И по итогу мы получаем то, что за последние 6 месяцев меньше 10 долларов в месяц я не зарабатывал, при том, что где-то примерно в октябре я понял, что можно не материться первые 30 секунд, и тогда ролики будут получать больше денег. И, соответственно, вот результат. Пошло, и тут, скорее всего, я так понимаю, будет, ну, типа, 24 либо 25 долларов. Вот оставшиеся дни пройдут, там еще сколько до Нового года, там, несколько дней. И я уверен, что 25 долларов тут будет, красивая цифра, сумма и так далее. Наверное, вся дополнительная информация будет в моем телеграм-канале. В целом, за вот этот вот год я заработал 118 долларов. И сейчас, типа, ну, интересно посмотреть, какой курс доллара, потому что, скорее всего, в январе он будет прям, знаете, типа, ну такой, хотя он падает. Почему-то он падает, это непонятно. Хотя сейчас мне это, разумеется, на руку, но потом, когда я буду в январе все это пытаться вывести, мне бы не хотелось, чтобы он был, допустим, 70 рублей. Мне бы хотелось, чтобы он был 100. А потом, разумеется, я переведу все это в рубли, можно будет его назад, там, я не знаю, в 60, в 30, там, во все прочее, куда только ему будет нужно. То есть, по сути, ну, типа, неплохо, да, 8 тысяч за год, при том, что, типа, я вообще на этот доход не обращал внимания, просто делал и делал, и, как вы понимаете, с октября следил за тем, чтобы доллар был как бы зеленый везде, не матерился первые 30 секунд. Вот, и такой результат, типа, неплохо, классно. Сюда также входят, я же совсем забыл сказать, что сюда входят спонсоры. У меня бывает много спонсоров, вот сейчас, наверное, один из таких самых активных, который, по-моему, почему-то он один месяц, хотя он, по-моему, уже второй, и, типа, вот он. До этого был еще один человек, я про него писал, он купил спонсорку за 2000, и, по сути, если бы там не случились некоторые проблемы, о которых я, наверное, не буду рассказывать, то я бы заработал 1010 рублей за этот год. То есть закончил бы с такой кругленькой суммой. Но по итогу вот так все случилось, что деньги списались у него, мне не прибавились, и непонятно, ему вернулись, не вернулись. Что там вообще YouTube творит, непонятно. Думаю, что человек со всем этим YouTube разберется. В целом, вот показатели вот такие вот. Я до этого открывал просто за 2019 год, а я не хотел вам показывать, что вообще было в 2019 году. Но если вы меня попросите, то в новогоднем обращении 2021 года я покажу вам, сколько я заработал вообще за все года. 2019, 2020, 2021, то есть я все покажу, если доживу, разумеется. Потому что не сказать, что в следующем году все будет намного лучше. Скорее всего, все будет хуже, потому что коронавирус никуда не уходит, и все остальные вещи, они тоже никуда не уходят, поэтому ты сидишь, думаешь, блять, о чем мне делать в самом деле? Что за пиздец нахуй, блять? Однако вот на этой вот ноте, когда вы видите у меня 8720 рублей, 24 копейки, можно заканчивать весь этот видеоролик. Особо еще каких-то цифр я вам тут не приведу, просто все. Спасибо за то, что смотрели, за то, что оформляли спонсорские подписки. В 2021 году, наверное, все будет еще лучше. Либо же, ну я не знаю, я продам канал и улечу куда-нибудь там на Карибские острова отдыхать, я не знаю, еще прочие вещи делайте, поэтому вот ждите, прочие вещи делайте и так далее. Всем спасибо за просмотр данного новогоднего видеоролика, подведение итогов этого года. Ролик получился, наверное, ламповым, может быть, нет. Решать, в общем-то, не мне, а вам. Я немного заговариваюсь, потому что пиздец, сижу тут темно для создания, наверное, такой, знаете, более-менее новогодней атмосферы. Или нет. Я, если честно, не знаю, какая тут атмосфера и что вообще тут происходит. До свидания и всем пока.